Эвелина Блёденс, которая уже долгое время находится в статусе завидной невесты, закрутила роман с 27-летним актером, звездой сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты» Аристархом Бенисом. Сначала их заметили вместе на фестивале «Алые паруса» Артека в Крыму, а позже целующимися на Красной площади. Вместе Эвелина и Аристарх играют у любовника в спектакле «Нелетная погода» или «Брачный сезон пингвинов». Это, по словам инсайдеров, их и сблизило. Аристарх замечательно относится и к сыну Эвелины Семочки. Актриса прокомментировала слухи о неожиданном романе. «В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами», — сказала 49-летняя актриса. Стоит отметить, что Эвелина и Аристарх могли сойтись на почве расставания с избранниками. Актриса в прошлом году разошлась с супругом Александром Семиным, а актер расстался с фотографом Анной Горбачевой после нескольких лет романа. Кстати, недавно Блёденс узнала, что в будущем ее ждет еще одно замужество и рождение третьего ребенка. Такое предсказание ей сделали эксперты программы «Человек-невидимка». Эвелина уже много лет является ведущей этой популярной программы, поэтому верят, что в ее жизни все сложится именно так, как это предсказал маг, криминалист, гадалка, психолог, шаман и хиромант. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!